Специальное предложение сегодняшнего дня только на один день. На брюки Велма снижена цена до 1999 рублей. Набирайте наш номер телефона, и эти брюки выбрала для себя Лера. Слушай, Оль, ну это совершенно невозможно было их не выбрать. Совершенно невозможно было пройти мимо таких брюк, тем более по этой стоимости. В Москве вчера выпал снег, и это значит, что пришло время утепляться. Как утепляться? Лучше, конечно, выбирать вещи, при этом еще и стильные и модные. Согласитесь, мы с вами не хотим жертвовать одним или другим. Я уже который год предпочитаю кожаные брюки. На зиму, мне кажется, это стильно, это комфортно. Это, кстати, легко с точки зрения того, как их можно очистить, да, во время слякоти и грязи. Но, тем не менее, не каждые кожаные брюки справятся с задачей согреть нас зимой. Что же сегодня мы вам приготовили? Давайте смотреть. Брюки Велма у нас с вами есть в четырех цветах. Это вот такой цвет шикарный совершенно у нас с вами зеленый. Дальше смотрим, у нас с вами есть синий цвет. Так. Есть классический черный цвет. Есть цвет коричневый. Тот, который я выбрала для себя в заказе, он будет называться шоколад. И есть самое главное, что мы должны вам рассказать. Это брюки теплые. Одни брюки мы специально вывернули наизнанку, чтобы вы посмотрели по всей поверхности. Внутри наши брючки утеплены вот таким бархатистым флисом. А это значит, мы с вами все перестаем, забываем об эффекте капусты. Не надеваем больше на себя колготки, сверху термобелье, сверху носки, сверху брюки. Выбираем одни брюки, получаем стильный образ, получаем тепло и защиту зимой. Позаботьтесь о своем здоровье, забирайте из прямого эфира специальное предложение дня. Уникальные брюки Велма. Мало того, что они смотрятся стильно и эффектно за счет того, что смотрятся кожаными, они еще и с рисунком, но это еще не все. Внутри у нас теплый бархатистый материал. Будем разбираться по порядку, а я сразу хочу сказать, у нас размерный ряд от 48 до 58. Набирайте номер телефона и заказывайте свои брючки. Экономия 1400 рублей. Ну и, конечно, лучше сделать выбор в пользу брюк сейчас, пока есть все размеры и цвета. Абсолютно с тобой согласна. Кстати, о размерах. Берите четко размер в размер. Мы с девчонками примерили, могу сказать по себе. Брюки взяла четко 50 размера, так же, как и нашу сели, комфортно. Нигде не перетягивают, даже достаточно свободно. Поэтому вы выбираете свой российский размер. Тем более, что это брюки от бренда Благов. Благов всегда идеальная посадка, точно соответствующая ГОСТу. Итак, идеальная посадка, размер есть до 58-го, верите четко размер в размер. Ты знаешь, вот многие скажут, как-то интересно, что же там внутри, за счет чего же нам тепло? Давайте посмотрим поближе на изнаночную сторону, она здесь хороша. Ты знаешь, Оль, мне кажется, вот такую сторону не стыдно и на лицевую носить. Слушай, смотрите, какая шикарная, вот правда если же? Если честно, если бы я не увидела швы, мне бы показалось, что это лицевая сторона. Но очень похоже на бархат. Это микровелюр, посмотрите, вот такой ворсистый, очень густой. Это наше с вами тепло. Снаружи же наши брючки выглядят как кожа с имитацией кружева, как будто здесь два слоя, правда же? На коже еще нанесено кружево. И это все вискозный трикотаж. Ух ты! Представляете? Вот это современные технологии. Вот что мы с вами получаем. Вискозный трикотаж с двойной обработкой. Кожа с одной стороны, вот такой теплый флис с другой, минус 30 градусов этой зимой. Нам не страшны такие морозы. Мы носим с вами эти брючки без колгот и термобелья. Итак, внимание, внимание, брюки Велма. Специальное предложение дня всего за 1999 рублей. Выглядят кожаными, с интересным, прекрасным рисунком под кружево. И внутри они теплые. Но помните, что это у нас ограниченная партия. Для того, чтобы выбрать свои брюки, нужно всего лишь набрать наш номер телефона. А еще у нас действует акция «Лестница скидок». Если вы заказываете на 7000 рублей, получаете 10% скидку. Если на 10, уже 15% скидка. Но если ваш заказ составит 12000 рублей и более, вы получаете 20% скидку. Закажите брюки не только для себя, но для своей любимой мамы, для своей дочки, позаботьтесь о них. Лер, до какой температуры нам будет тепло в таких брюках? Минус 30 градусов. Кстати, что бы вы не выбрали в комплект, вот давайте посмотрим на девчонок, на их образы, с чем можно такие брюки сочетать. Знаете, вот в
чем универсальность кожаных брюк? Мы их можем выбирать как праздничные, мы их можем выбирать как повседневные. Итак, идем на наших девочек на подиум, смотрим на образы. Наша брюнетка Ксюша выбирает брючки зеленого цвета, сочетает с блузой от бренда Лавира, который называется Алисия. Танюша, красиво. Наша блондинка, выбирает синий комплект. На ней сегодня синие брючки и туника Донателло, тоже синего цвета. Ну и наша брюнетка Татьяна сегодня выбирает классические черные брюки вместе со сверкающей блузой «Новогодний секрет» от бренда Кристоф Аде. То есть мы с вами понимаем, что это брючки на работу, да. Это брючки на каждый день, это брючки в гости, это брючки на праздник, в зависимости от того, с чем вы их будете сочетать. Слушайте, шикарное предложение. Вот, Лер, скажи, ты сегодня на работу в чем пришла? Я же забыла, да, кстати. Я тоже пришла в брюках, наша продюсер пришла в брюках. То есть мы все-таки предпочитаем вещи теплые, комфортные. Согласна. Так пусть это будут брюки еще и красивые и утепленные. Но ты знаешь, внутри у нас все-таки утепление, вот именно бархатистая такая ткань. Не будет ли она нам добавлять объема? Все-таки хочется при этом выглядеть еще и стройной. Ну, хочется и будем. Ты знаешь, я тебе могу сказать, что тот редкий случай, когда я надела утром брюки вот эти, да, и поняла, что я себе нравлюсь. Вот, знаете, это же для нас важно, да, для женщин, когда мы надели брюки, понимаем, что конечно, мы себе нравимся, что мы выглядим стройными, мы выглядим подтянутыми. За счет чего мы с вами это получаем, сейчас посмотрим. Во-первых, темный цвет. В любом случае темный цвет всегда нас с вами стройнит. Причем, особенно если мы выбираем матовые фактуры. Вы обратили внимание, что брюки не блестят, не бликуют, то есть они наши объемы не подчеркивают, а скрадывают. Во-вторых, так, это посадка. Смотрите, здесь она классическая, это не завышенная посадка. Это посадка четко на талии. Ну вот могу сказать, вот мои брючки, видите, вот граница. Четко на поясе они сидят. Достаточно для того, чтобы подтянуть наши формы, подтянуть бока. За комфорт отвечает эластичная лента в талии. Вот она. То есть брючки садятся на любой тип фигуры абсолютно. Причем комфорт не только в талии, комфорт по всей длине. Вы помните, что это вискозный трикотаж с необычной фактурой, кожаной снаружи и флисовой внутри, но тем не менее это трикотаж. И все свойства трикотажа, а именно эластичность и отличная посадка здесь сохраняется. Это идеальные брюки, они красивые, выглядят кожаными, с рисунком под кружево. Внутри у нас теплый флис, сохраняет нас в здоровье и тепле до минус 30 градусов. Ну и, конечно, здорово, они эластичные, они тянутся. А значит, если мы с вами за зиму, а это нормально, наберем несколько килограмм, брюки подстроятся под нас. Лера, еще раз напомни, как выбираем размер и как будем ухаживать за необычными брюками. Мы берем с вами четко размер в размер и смело стираем их. Даже в стиральной машине выворачиваем наизнанку 30-40 градусов, деликатный режим стирки. Еще раз напоминаем цвета. На Лере шоколад, на вешалке зеленый, у меня в руках черный и есть у нас еще и темно-синий цвет. Возьмите две пары, брюки шикарные, вы останетесь довольны. Спецпредложение дня.